Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптовалют хочу поделиться с вами мультикраном. Это новый мультикран. Называется так, Faucet Best. Вывод инстант на Faucet Pay здесь, друзья. Регистрация и авторизация, как бы здесь все, ну, два в одном, через Google. Через Google аккаунт. И здесь вот монетки я собирала. Ethereum, Doge, Litecoin. Вот, ну, вот это еще будет впереди, наверное. А, я не собирала вот эти монетки, я только вот эти собрала. Значит, этот мультикран, друзья, без коротких ссылок. Вот это вот то, что мне нравится. Значит, как здесь собирать? Кликаем. Вот Доги сейчас соберем. Так вот он подгружает. Значит, что мы делаем? Прописываем сюда Доги адрес, который привязан к Faucet Pay. Далее кликаем вот на старт. Опять вот так он грузит. И вот здесь такая капча. Значит, вот здесь картиночка. Она может быть перевернута как угодно. И неважно, перевернута она или нет, именно вот эту, как бы, изображение мы выбираем. Вот она в данном случае. Далее на синюю вкладочку. Опять подгружает. И разгадываем капчу. Здесь есть рекапча. И если рекапча не проходит, есть Solve Media капча. Так, сейчас я попробую рекапчу пройти. Да, боюсь, что нет. Давайте я выберу другую капчу. И введем буковки. Так, у меня русский стоит. Надо английский поставить. Английский. SLEEPTIGHT. Надеюсь, правильно. И на синюю вкладочку. Опять подгружает. И вот, вот такая сумма вот красным отправилась на Faucet Pay. Идем на кошелек Faucet Pay. Я перезагружаю страничку. Вот я собирала с него уже. Опускаемся ниже. Так. И что у нас? Вот. Вот эта вот сумма. Вот кран этот. 9 марта. Платит инстантом на Faucet Pay. И таким вот образом собираем все монетки. Ну, кому какая нравится монета, то и собираем. Сбор каждые 5 минут. Но не знаю, вот здесь идет таймер 5 минут. Также можно собрать, идти, пока таймер идет, собрать другую монетку. Вот. А, ссылочку я вам не показала. Сейчас зайду опять в Доги. Реферальная ссылочка в конце странички. Дает не сильно много, конечно, но зато нет коротких ссылок. Подождите. Вот ссылочка реферальная вот здесь будет у вас. Видим, да? Где реферальная программа, здесь 50%. Кому интересно, пользуйтесь. Что здесь еще есть? Ну, это домашняя страничка.
Постоянно так немножечко подгружает. Также можно отсюда зайти. ПТС. Можно просматривать ПТС. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Что-то здесь меня перебросило не туда, куда надо. Это рекламка. Здесь нет ПТС. Здесь только мультикран. Вот. Так. Ну, здесь это не надо. Это Exchange не надо. Ну, только вот кран. Можно отсюда заходить. Ну, и с домашней странички. Кому интересно, пользуемся. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Коротких ссылок нет, так что две таких капчи. Не сильно они такие. Без заморочек, скажем так. Можно собирать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.